Что? Первое видео, как кто-то вырвался с облака. Знаешь, кто-то вырвался с облака, кто-то такой говорит, что вот булька образовалась. И кто-то как пуля улетела. Видимо, что это могло быть? Наверное, это ангел, только ангел. Ангел. А ну иди еще туда, туда чуть-чуть дальше и фотографируй солнце. Вот так. Да. Да, да. Да, да. Да. Давай. С машиной давай, иди сюда. Классно, правда? Угу. Садись, поедем. Слушай, великолепно. Да? Угу. Видишь, как когда мы объединяемся, как здорово получается. Да. Еще пару минут. Представляешь?
луча солнца, самое целительное. Благостное такое. Да, хочется так. Как будто что-то цепляешь, да? Нет, это... Низкая машина и трава. А, травка. Вот это да. Ты здесь когда-то была? Смотри, как там классно. Хорошо, когда нет людей. Выйди на улицу, тебе смотреть на солнце лучше. Мне так хорошо. Серьезно, ты там? Нет, я сюда смотрю и вижу больше, чем там. Смотри. Смотри. Ты видишь? Я же снимаю фильм. Вот, смотри. Смотри, какой здесь видно, как я поняла. Нос. И как бы сидит на нем человек, на драконе, видишь? Да, дальше не поедем, сейчас повернем. Я знаю, что там за дорога. Повернем вот так и мы поедем назад. Только пусть оно сядет, уже посмотрим его. Потому что я там не знаю, куда дорога, что, где развернуться. Просто вот так поверну и все. Не повернешь тут. Надо вниз ехать. Поехали вниз. Может, там развернусь. Смотри, смотри, вот на это, посмотри, как красиво. Я вообще такого фильма еще до сих пор ни разу не сняла. Да? Нет, ты что? Ты вот посмотришь потом, там ты такая красивая на фоне солнца. Вообще. Ну вот, и вот и заход солнца, видишь? Как это живописно, господи. Правда? Ну, знаешь, хорошо этот дом, что если стемнеет, идешь и спишь в нем. И все. А то я собираюсь выезжать в разные эти вот. В разные уголки Вселенной с вашим величеством собираюсь выезжать, а потом неохота ехать. Куда-то и спать где-то. Так что этот дом. Выход из ситуации. О, видишь, как солнце заходит? Угу. Так вот, если язык назад ставишь, то не хочется кушать совсем. Ой, а смотри, вот эти двое. Смотри, вон там двое. Как два человека, да? Черный и белый. Инь-янь. Видишь, черная туча и белая. Они как бы сидят и так в медитации. Видишь, да? Знаете, какая красота. Вот они. Обязательно облако. Ладно. Уже сегодня снимаем закат. Сейчас поедем, посмотрим. Просто я тут не развернусь, надо ехать вниз. Не знаю, как не смогу развернуться. Или чуть-чуть вниз, назад поехать и развернуться. Как ты думаешь, вперед ехать или назад? Ну, я думаю, вперед. Ну, давай вперед, поехали тогда. Ты что, только вперед? А здесь вот, вот сюда нет, да? Тут ямка. Нет, яма конкретная. Я не смогу. Только если на твоей машине. А на твоей. Ну,
Ну, сейчас вот там где-то должен быть поворот. Какая красота. Где-то должен быть поворот там. Сейчас будет. Ну тут была? Первые. Нет, не могу. Между прочим, говорят, надо периодически бывать в новых местах. Согласна. Не было никогда, получать ты новые эмоции. Ты считываешь эту информацию? Новых мест. Увидела? Такое небо. А Таня любит такое небо снимать, именно небо. Да, еще хороший контраст белого с черным. Ну, подожди, давай, 11 минут.